Друзья, всем привет! Меня зовут Юлия, и вы на канале агентства недвижимости «Дом в Мерсине». Сегодня мы приехали в самое сердце Мерсина, в район Йенишехир. Это университетская улица, и будем с вами смотреть хороший вариант квартиры 2 плюс 1 в новом комплексе, который сдался буквально год назад. Квартира подойдет для семьи с детьми, для тех, кто любит городскую шумиху и суету, для тех, кто любит улицы со множеством ресторанов, кафе, барами, торговыми центрами, спортивными комплексами. В общем, со всем, что требует обычная городская жизнь. Суббота и много-много народов, уже в кафешке сидят люди. В общем, движуха такая городская, а мы с вами пойдемте посмотрим квартиру. Друзья, итак, заходим в квартиру, планировка ее 2 плюс 1, отличная отделка, и сразу хочу обратить внимание на стальную дверь, которая установлена при входе, много замков, красивый дизайн, квартира сделана в светлых тонах, вообще хорошее впечатление производит, много окон, светлое, просторное, и при входе у нас стоит шкаф, туда мы можем разместить одежду и обувь. И плавно перешли в зону кухни-гостиной. Сейчас я вот в зоне кухни. То, что вы увидите сейчас на видео, все входит в стоимость квартиры. Здесь частично есть техника, мебель. Из техники у нас холодильник Vestel. Также есть газовая панель. Вам остается купить только посудомоечную машинку и духовой шкаф. Хочу обратить отдельное внимание на отделку кухонных шкафов. Сделана она очень в современном стиле. Вот такие рельефные шкафчики. Сейчас мы на новых стройках очень часто встречаем такого плана кухни. Ну что хочу сказать, что, во-первых, очень мне понравился район Йенишехир, центр Мерсина. Кафе, рестораны, бары, магазины, в общем, все, что хотите, здесь уже есть. В кухне-гостиной установлен кондиционер, диванчик небольшой, который раскладывается, уже стоит радиатор и кухонный стол. И вот посмотрите, какая светлая комната, смотрит она на две стороны света. Здесь, конечно, окна я бы поменяла, потому что здесь все-таки балконное окно, которое раскрывается. С этой стороны у нас двойной стеклопакет. Квартира теплая, солнечная, высокие потолки, точное освещение, все это есть. Из кухни-гостиной проходим в первую спальню. Здесь у нас примерно 9-10 квадратных метров. Очень светлая комната, опять же, высокие потолки. Есть односпальная кровать, столик, это остается. Большое окно с двойным остеклением. Шикарнейший вид на район Йенишехир. Новые дома, множество кафе, ресторанов, красивые зеленые территории. В общем, мне очень понравилось место расположения. Здесь вот прям совсем недалеко университетская улица. Вы можете доехать до университета, до форума, до Сая-парка 15 минут пешком. На полу ламинат. Точная подсветка уже есть. Вывод под кондер есть. И в этой комнате уже стоит также радиатор. Прямо напротив спальни находится санузел. Тоже хорошая очень отделка, высокий потолок, точная подсветка, все готово. Достаточно вместительная душевая. Вот посмотрите, здесь спокойно, можно принимать душ. Вот здесь есть тропический душ, горячая вода.
У нас по всей квартире на балконе установлен бойлер, там же установлена стиральная машинка. В общем, все красиво, те же шкафчики рельефные, облицованы серой плиткой. В общем, санузел достаточно просторный, себя очень комфортно здесь чувствуешь. И из санузла переходим в родительскую спальню. Здесь у нас уже установлен большой шкаф, трехстворчатый, даже четырехстворчатый. Двухспальная кровать уже стоит. Ну, конечно, я бы сюда еще добавила аксессуарчиков. Есть место под телевизор, установлен радиатор. И в этой квартире один балкон. В принципе, он предназначен для технических целей. Здесь вот у нас стоит мотор от кондиционера, установлена стиральная машинка. Хозяева не застеклили этот балкон, но я бы советовала застеклить, потому что все-таки город и зимой будет более тепло в этой спальне. Так, мы посмотрели с вами квартиру планировкой 2+1 от хозяина. Находится она в самом центре города Мерсин, рядом со всей основной городской инфраструктурой. Квартира отлично подойдет как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду, потому что действительно отличная локация. Любая семья с удовольствием снимет эту квартиру для постоянного проживания. Если вам понравился данный вариант, пишите, звоните нам на WhatsApp, который всегда указан в описании к видео. Также не забудьте нажать на колокольчик, подписаться на наш канал и написать комментарий.